Сергей Михайлович, какой рецепт, чтобы победить Павла Громова, как вы думаете? Рецепт очень простой. Кому-то из топов нужно задаться целью этой. Если честно, всем немножко не до этого. То есть всех немножко беспокоят все остальные задачи, которые они ставят перед собой в жизни. Если бы любой из этих ребят, как Русалов, Чайка, Анастасов, Хандурин, поставили себе цель обыграть Пашу, они бы эту задачу выполнили в течение 2-3 месяцев. Я вам серьезно говорю, потому что потенциал у этих ребят очень серьезный есть. Mm-hmm. Просто ни у кого не хватает времени посвятить этому 3 часа в день в течение 2 месяцев или 3, которые бы позволили пошатнуть Пашину уверенность, mm-hmm. не дать ему сделать задел с первых геймов и спокойно как бы расстаться со своим как бы огромным серьезным пьедесталом. Вы бы тоже это смогли сделать, если я бы я думаю, взялись. Да, если бы как бы... Ну, я приезжаю на этот корт и играю на грунте, к сожалению, один раз в неделю или в две. Вот и все. Хорошо, будем знать.